Счет какой думаете, как будет? Сколько? 5-0, да? 5-0 использовать. Кыргызстан выиграет. Спасибо. Баке, вы как думаете, как, какой исход игры будет? Счет 3-0 будет. Кто победит? Кыргызстан. Кыргызстан, спасибо. Как думаете, сколько будет счет, какой будет исход матча? В пользу кого? 2-1 Кыргызстан. 2-1 Кыргызстан. 1-0 наши выиграют. 1-0 наши выиграют, да? Наши это Кыргызстан, да? 2-0, 2-0. 2-0. 2-0. Think about match finish. How much? 3-0. Malaysia win. Never continue 3-0. Vamos, Malaysia! Okay. Malaysia 2, Kyrgyzstan 1. Okay, yeah. Thank you. And you please repeat. My prediction will be 2-0. Вообще очень радостно, все билеты проданы, здесь вот ходят байкешки, расстраиваются, билетов нет. 18,5 тысяч стадион наш Дулёна Мурзакова заполнен сегодня. Здорово, что вы все поддержали, точнее пришли поддержать Акшункар. Смотрим, смотрим. Так, ну я прошла, я первый раз в жизни вижу на матче, вот я уже 8 лет освещаю, вот машина пожарной безопасности. Вот насколько уровень возрос, понимаете, да, у футбола в Кыргызстане. Очень-очень радуюсь. Как думаете, счет сколько будет, как закончится матч? Кто победит? Спасибо. А вы как думаете? Конечно, Кыргызстан победит. А счет? Счет, по-моему, 3-0. Ага, отлично. Вы что скажете? 2-0 в пользу Кыргызстана. Алга, Кыргызстан. Алга, Кыргызстан. Трибуны заполнены по данным Кыргызского футбольного союза. Все билеты проданы. Атмосфера прекрасная. Это вот там вот за камерой поддерживают свою сборную малазийцы. Безопасность создают 2600 сотрудников. В параллельном матче Оман обыграл китайский Тайбэй 3-0. Нам нужна победа, но можно сыграть ничью. Но настрой только, конечно же, на победу. Остальное в репортаже. Ваш Тадык. В итоге зрителей на стадионе было 14 135 человек. И знаете, скажу я вам, соревновались между собой не только футболисты, но и болельщики. По итогам 101 минуты игрового времени был зафиксирован окончательный счет 1-1. На 24-й минуте Гульджигит Талыкулов открыл счет. Уже на 39-й минуте первого тайма мяч от головы капитана сборной Кыргызстана Валерия Кичина залетел в ворота Эрджана Такатаева. По
итогам 5 туров сборная Кыргызстана набрала 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице своей группы. У Малайзии 7 очков. В заключительном 6-м туре 2-го этапа отбора на чемпионат мира 2026 акшумкаровцы в гостях сыграют против Омана. Игра состоится 11 июня. Как вам вообще игра, атмосфера на стадионе? Мне нравится. Сильно радует, что в последнее время стадион забивается полностью. А еще сильно радует, что в нашей стране появится новый стадион. И Тенфильм ждет этого. И я хотел бы призвать всех болельщиков, всех жителей нашей страны активно поддерживать нашу сборную. Не только по футболу, всех на все наши сборные. Потому что они играют ради нас, они играют ради этого флага. Так что давайте, вместе мы сила. Айда, Кыргызстан! Я здесь, чтобы болею за Кыргызстан. Мне нравится. Атмосфера классная, все нормально. Я еще не пропустила ни одного матча сборной Кыргызстана. Я большая поклонница кыргызского футбола. И хочется отметить, что, насколько я знаю, сборная Малайзия сейчас стоит выше, да, чем Кыргызстан. И мне хотелось бы еще выделить тренера сборной Малайзии, так как раньше он тренировал сборную Корею. И сейчас ушел как бы тренировать Малайзию. Она очень сильная. Это очень сильная команда Малайзии, но наши выкладываются на 100%, то есть они намного выше. Меня зовут Саян. Мне нравится, что ты гол забил. Здравствуйте, подписчики. Подпишитесь на нее и поставьте лайк. Командный дух поднимается. То есть вы поддерживаете свою команду и молитесь, чтобы она выиграла просто. Это единственное, что вот выходит, молитва. Алда, Кыргызстан. По итогам матча полузащитник национальной сборной Кыргызстана по футболу Гульчик Италыкулов признан лучшим игроком. Қиын ойын болды. Көп моменттеріз болды, шоң ризат гол салды алдық. Шоңдықтан. Үстікі жол болып, тағылы. Үшін емке ойын болмам мен ұттан әрекет қоз. Әрекет қоз. Бүгінгі голымыз бүт қырғыз әліме, қырғыз футбол ермендарға. После игры Садыр Джапаров поддержал сборную Кыргызстана и подарил новый автобус для команды. Молодцы! Утушу аркада келеда, должен были выиграть. Ничего. Ничья тоже. Ну и теперь кровь и снос, Оман должен выиграть. Выиграть, либо ничью должен выиграть. Вот тогда мы выходим. Да, правильно? Вот вам автобус новый. Ничья, но хотелось победу, знали победу. Теперь нужно обязательно выигрывать Оман в гостях, а это очень непросто будет сделать, потому что еще у Малайзии есть Тайбэем с китайским, да, матч. Если они там много забьют, это будет тоже нам препятствовать. Но шансы есть, все же есть. Поэтому надеемся, верим в нашу команду. Алга, Кыргызстан, Алга, Акшумкар. Это был репортаж «Маш».